Зовут меня Давид Андрей Валентинович. Я был нехорошим человеком в прошлой жизни. Вот в прошлом, потому что сейчас я с Иисусом Христом. Вот, покаялся. Жизнь моя изменилась, как говорится, только в лучшую сторону. Вот. В прошлой жизни я употреблял наркотики тяжелые, сидел в тюрьме. Вот. Короче, все, что можно было плохое, как говорится, я захватил из прошлой жизни. Вот. Чем я не горжусь, когда я шел там в очередной раз за дозой наркотиков или что-то, я стоял на улице и смотрел на людей, семейные пары. И мне хотелось очень, чтобы моя жизнь началась с чистого листа, да. Но я не представлял, как это. Господь, ну, услышал меня, вот, и через мою маму, вот, она услышала свидетельство Дмитрия Зиновьева, нашего сопастора, вот, то, что у него тоже была нелегкая жизнь в прошлом, и человек изменился, как бы. Я подумал, что мне, как бы, стоит. То есть везде я уже побывал и все перепробовал, в том смысле, что, ну, ничего, как бы, я себе не мог сам помочь. И я согласился, хуже уже не будет, подумал я и пошел в реп-центр. Вот. Прибывая там, я смотрел, как моя жизнь потихоньку меняется, как, ну, потихоньку меняется мышление мое, духовность. Вот. То есть на те вещи, которые я раньше смотрел как-то по-другому, во многом изменились. Мне предложили написать 5 пунктов, ну, что бы я хотел, ну, в начале реабилитации, ну, в будущем, как бы, ну, мои цели. Ну, я как обычный человек написал, естественно, там работа, автомобиль, еще что-то такое. Через 4 месяца я вспомнил про это, вот хотел посмотреть, вот, ну, свои цели. Я посмотрел, это были не цели. Я вспомнил то, что, ну, вот, свое главное желание, то, что оно сбылось, и мне стало хорошо. То есть на самом деле жизнь моя с чистого листа. Ну, у меня новая жизнь, друзья. Вот, как бы Бог дал хорошую работу. Вот, постепенно я приобрел автомобиль, там и свое дело было. Вот, слава Богу, ну, с Господом жизнь, она, ну, намного интереснее, и я благодарен Господу за то, что Он очистил меня и принял, дал мне новую жизнь. Слава Богу.